У меня вчера произошла очень интересная встреча. Я общался с человеком, который по конфигурации тела похож на богомола. Удивительно, но такое бывает, когда люди прям очень сильно похожи или на животных, или на насекомых. И не зря же в разных традициях, например, да, в китайской традиции, есть стиль богомол, там стиль журавля, там стиль змеи, ну и так далее. И я этому человеку рекомендую, говорю, вы изучите стиль богомола. Ваши возможности вырастут значительно, просто в разы вырастут ваши возможности. И в плане здоровья, и в плане благосостояния, и в плане внутреннего психологического равновесия. Понимаете, друзья, это как я сейчас какие-то примеры буду приводить, чтобы было понятно. Это вот как поезд ездит где-нибудь по асфальту, и тут вдруг понимает, что он наиболее проще, легче ездить по рельсам. Он как будто бы обретает часть себя, да? Или, например, человек, у которого есть крылья, он ходит, и тут вдруг он увидел птицу и решил попробовать так же, и полетел. Да? И вот так же можно много-много примеров привести. Наблюдайте вокруг, наблюдайте за собой. Может быть, вы увидите очень какие-то специфические для вас аспекты, характерные именно для вас. И найдете какой-то комплекс в окружающем мире, ну, в окружающем информационном пространстве, какую-то гимнастику, какие-то упражнения. И вы значительно измените себя. Перейдете прям реально на другой уровень, на другую ступень внутренней эволюции.